Толстовки, футболки, свитшоты, бомберы, полоспортивные костюмы, жилеты, ветровки, рюкзаки, сумки и другие аксессуары. Квока создает фирменный стиль мероприятий и организаций. Партнеры предприятия, чемпионат рабочих профессий, WorldSkills Russia, Российский союз молодежи, волонтеры-медики и другие известные организации. Площадкой для швейного производства Квока выбрала Новоуральск. Наша аудитория – это именно молодежь, это возрастом от 15 там, до 40 лет. Вот. И это молодежные форумы, международные, либо там, какие-то региональные фестивали. Также нашими клиентами являются молодежные организации, волонтерские организации по всей стране. Вот. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество с рекламными агентствами. Такое еще одно направление, да, то есть какую-то банковую продукцию для них делаем. Вот. И с этого года мы начали развивать взаимоотношения с молодыми брендами. То есть по их лекалам, по их дизайнам мы отшиваем продукцию, брендируем, упаковываем ее здесь и отправляем там на Wildberries, Озон, там еще куда-то и так далее. То есть работаем с маркетплейсами. Дмитрий Миронов провел нашу съемочную группу по цехам компании. Мы с вами находимся на складе. Вот также этот склад у нас совмещает цех экспериментальной продукции. Это склад оперативный. Вот у нас еще есть в отдельном помещении склад, где находятся наши запасы. Здесь представлены уже готовые изделия. Они проходят здесь проверку на качество, упаковку. Вот в данном случае отшит у нас вот такой вот бомбер. Угу. Вот это уже классика, считается, студенческой одежды, пришла к нам из Америки и сейчас набирает все большую популярность среди молодежи, среди студентов и в России. Здесь у нас представлены лекала на все наши изделия. Вот. Ну и все-таки это очень наукоемкое производство, сами по себе лекала. Вот. И хорошее лекало – это залог того, насколько качественно, насколько хорошо будет изделие сидеть на теле человека, насколько ему будет комфортно. Мы с вами находимся сейчас в цехе раскроя. Здесь у нас идет предварительная подготовка деталей изделий вот, для последующего пошива. Мы с вами проходим в цех сборки изделий, цех пошива, если угодно. Значит, здесь у нас находится ВТО, влажно-тепловая обработка. А здесь основное наше оборудование, сердце нашего предприятия. Вот, это цех сборки. Здесь работают швеи. Вот после раскроя как раз изделие попадает сюда, и мы здесь собираем для последующей влажно-тепловой обработки. Вы можете обратить внимание, у нас сегодня такое оранжевое настроение. Мы готовимся к сдаче заказа для одного из продавцов цифровой электроники в нашем регионе. Вот у них продавцы будут ходить в наших оранжевых бомберах. Что касается перспективных планов по развитию производства, компания уже расширила свои площади, и в этом помог фонд «Новоуральский центр развития предпринимательства». Это помещение при необходимости имеет возможность расширения. В определенный момент нам стало понятно, что наши объемы растут, у нас прирост идет. Мы работаем еще с 2016 года, да, и каждый год мы там растем там, на 50%. И в определенный момент стало понятно, что то помещение спортивной 7, где мы до этого находились, его стало уже мало, там стало тесно. Нам нужно нанимать людей, куда-то ставить дополнительное оборудование. Поэтому вот узнали о том, что существуют такие меры поддержки в фондах поддержки предпринимательства. Собственно, мы туда обратились за займом. И там, через какое-то время, там, после сбора определенных документов, нам очень помогли, предоставили средства. И на что мы купили это помещение, сделали здесь своими силами ремонт и запустили новый цех. Теперь наше сердце нашего производства находится именно здесь, сердце нашей компании. Отметим, что компания «Квока» – это команда энтузиастов, влюбленных в свое дело. И символ, миловидный, позитивный карликовый кенгуру, отражает концепцию подхода к созданию фирменного стиля, мероприятий, организаций и событий. Название компании «Квока» звучное, но сложное довольно-таки в произношении, но на это и был сделан акцент, зато это запоминается. Вот. Вообще «Квока» – это австралийский зверек, он внесен в Красную книгу, очень редкий, вот. Он живет только в Австралии. Это сумчатое животное, ну и прямая аналогия к тому, что толстовки, там, да, худи, там, худики, как их называют, да, они тоже все идут с карманом накладным, и это как раз отсыл прямой к этому сумчатому животному.
Ну и вообще, зверек этот квокка, он очень позитивный, он очень улыбается. Если вы загуглите, да, и посмотрите в интернете, все иностранцы, которые приезжают в Австралию, они стараются с ним фотографироваться, она всегда такая улыбчивая, позитивная. Собственно, то же самое можно сказать и о нашей компании, потому что у нас очень в торговом отделе работают очень много молодых людей, мы все позитивные, креативные, вот, и как раз это же транслируем и на рынок. Квокка – динамичная компания, которая ежегодно работает с крупнейшими мероприятиями регионального и федерального масштаба по полной экипировке сувенирной и наградной продукции. Только за последний год было произведено более 60 тысяч текстильных изделий, более 200 тысяч единиц сувенирной продукции и аксессуаров, реализовано более 800 заказов и проектов. Мария Антонова, Павел Сизов, «Объектив. Итоги».